Ну, до операции все чувствовал нормально, только видел недостаточно хорошо, как мне хотелось бы. И этим я мучился. Было неудобно ездить с очками на машине, и также заниматься спортом было неудобно. После операции реабилитация сначала была. Как бы хотелось уже сразу спортом заниматься, но нельзя было, чтобы глаза адаптировались ко всему. И я очень доволен. Центр довольно-таки большой. Очень гостеприимно встретили, все рассказали, настраивали к операции, что не надо бояться, не так все страшно, что все будет хорошо, что после обследования больше вероятность, что у меня будет операция сделана и благополучно.